весь мир у нас в руках. Мы звезды континента. Разбили пух и прах проклятых конкурентов. Мы к вам заехали на час. Привет, bonjour, hello. А ну скорее любите нас. Больно не найти. Тысячи причин сыпать раны солью. Плакать от любви меня научил. Я тебя не забыл, я тебя запомнил. Забывай. Если сильно любишь, отпускай. Не вспоминай. Забывай, сердцу не прикажешь, отпускай, не вспоминай. Вместо вьюг я в сердце к тебе без разлук, тук-тук, если вдруг проснемся, вспомни этот звук, мой стук. Больно не терять, больно не найти. Тысячи причин сыпать раны солью. Плакать от любви меня научи. Я тебя не забыл, я тебя запомнил. Забыл. Не вспоминай, забывай, сердцу не прикажешь, отпускай, не забывай. Добрый вечер, друзья!
песни Николая Баскова. Коля, с премьерой тебя! Скоро вся сотня и вся страна будут подпевать. Таким громким событием мы начинаем финал третьего сезона самого масштабного вокального проекта «Ну-ка, все вместе!» Добрый вечер, дорогие друзья! Любовь хорошей песни безгранична, поэтому в нашем шоу участвуют профессионалы и любители со всех уголков мира. Сегодня третий сезон достигнет своего пика. Среди 17 финалистов сотня определит одного, который получит кубок проекта, почетное звание победителя и миллион рублей! Направлять энергию сотни, как всегда, будет их сакральный лидер Сергей Лазарев. Друзья, еще раз добрый вечер. Привет, сотня! Ну вот мы и в финале. Сегодня, друзья, нам нужно сделать самый главный выбор этого сезона. Ни у нас, ни у конкурсантов нет права на ошибку. Так что, друзья, выбирайте сердцем, голосуйте душой. Удачи всем! С Богом! Вот правила финальной битвы, в которой сразятся 17 лучших вокалистов третьего сезона. Мы услышим хит в исполнении каждого из них. Если экспертам понравится, они будут вставать, нажимать на кнопки и подпевать. Участник наберет столько баллов, сколько человек поднимется на стене. Обладатели трех лучших результатов попадают в тройку лидеров и занимают места до тех пор, пока кто-нибудь не споет еще лучше. В финале лидеров ждет вокальная дуэль, по результатам которой мы определим победителя. Он получит кубок, денежный приз и звание победителя. И сегодня это случится именно здесь. А также от нашего информационного партнера радиостанции «Новое радио» победитель получит сертификат на создание оригинального сингла и ротации его в эфире «Нового радио», где звучат только суперхиты и суперновинки. Мы начинаем финал третьего сезона самого невероятного народного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» И первый на этой сцене появится Арпий Абкарян. Встречаем! Сегодня будут, в принципе, ну, так как это финалисты, все будут хорошо петь. Самые крутые голоса. Мы, наверное, будем все-таки очень эмоциональны, потому что они, блин, все мощные. Все мощные. У меня ощущение, что будет просто в какой-то момент сотка, и потом сотка. Я думаю, так надо. Что мы будем делать? Так будет интересно. Всем привет, меня зовут Арпий Абкарян. Я безумно счастлива, потому что я попала в финал, потому что это для меня еще одна возможность показать себя. Спасибо огромное проекту за эту возможность. Я счастлива. В прошлый раз, безусловно, я волновалась, но моя интуиция подсказывала мне, что мои баллы будут начинаться с циферки 9. Так на самом деле и получилось. Я набрала 91 балл. Я не сразу попала в финал. Я исполнила батловую песню, чему я безумно рада, потому что песня мне очень близка. Я падаю в небо, там все очень просто. И все наши тайны, мне не нужны тебе. Сегодняшнее мое выступление кардинально отличается от того, что было в прошлый раз, от драйва, от рок-н-ролла. Сегодня будет оно медленное, лиричное и потенциал на максимум. Я просто немножечко волнуюсь, но это волнение есть у каждого исполнителя перед выходом. Я как тигр в клетке, которого выпускают на арену. Вау! Вау! Какая секси прямо! Я не помню такого декольте в прошлый раз. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Для меня огромная честь сегодня открывать завесы финала. Я хотела бы спеть для вас песню о величайшей любви, которая живет в каждом из нас. И ее нужно лишь только открыть в себе. Я хочу поделиться с вами этим моментом. Милая, удачи тебе.
Everybody searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place. Давай. And so I learned to depend on me. Голосов. Мне кажется, наши эксперты забыли, что впереди еще 16 человек. Как мы будем выбирать сегодня, друзья? Я не понимаю. Я об этом говорил. Это просто шок. Вы можете похуже петь? Чтобы было попроще. Такой уровень, такой арпи. Ты спела, мне кажется, в 10 раз еще круче, чем на отборочном туре. Просто так свободно, так полетно. А самое главное, ты первая вышла, но ни единый мускул не дрогнул от волнения, понимаешь? Потому что просто кайфовала от того, что ты на сцене, что ты действительно открываешь сегодня финал. Это так и есть, правда. Спасибо. И это было супер достойно, это было супер открытие нашего Спасибо финала. Спасибо большое, Сергей. Ну что ж, певица Азия красиво сидит в красном квадрате. Расскажите, в чем печаль, в чем боль? Арпи, вы безумно прекрасны. Вы Спасибо. Спели. Я просто не люблю Витни Хьюстон. Да? Нет, все было изумительно, все было красиво. Но я просто выбираю сердцем. Сегодня мое сердце осталось холодным. Что ж, Влад Топалов. Да, во-первых, большое спасибо, что я еще раз, второй раз. Стою здесь. Для меня это большая честь, и мне очень приятно. Это было просто торжество музыки и таланта. Это невероятно. Просто так не бывает. Большое вам спасибо. Низкий поклон. Спасибо большое, Влад. Ну, рядом у нас певица Нюша. Кто-то? Вот кто оказался тоже в эпицентре сегодня впервые? Да, Нюша ворвалась прямо. Я попала прям просто, тоже попала. И я, конечно, в восторге. Я тоже присоединяюсь ко всему вышесказанному. Было шикарно, ну просто великолепно. Спасибо большое, Нюша, спасибо. А еще, Арпи, добавлю. В прошлый раз в отборочном туре вы нас немножко напугали. Вы даже где-то прикрикивали на нас, я помню. И вам на стене об этом, собственно, говорили. И вы сегодня действительно другая. Сегодня голос лился. Вы не кричали, вы... Нет. Ну, это было превосходно. Так что спасибо, что вы умеете слышать замечания, комментарии, советы. Да. Ну, советы и умение слышать привели Арпи к 96 голосам. Арпи, наши аплодисменты, занимает первое место в тройке лидеров. Ну что ж, вот это начало. Что же будет дальше? То ли еще будет, ой-ой-ой. Арпи Абкарян становится первой финалисткой, прошедшей в тройку лидеров. Это очень почетная, но очень хрупкая позиция, потому что впереди много исполнителей, желающих спеть еще лучше и набрать больше голосов.
Ну что ж, дорогие друзья, продолжим битву за кубок. Ну-ка, все вместе! И продолжит ее Сергей Павловский. Встречайте! Очень сильная, молодец просто. Арпи невероятно выглядел, невероятно спела, просто невероятное начало. А это только первый из 17, первый участник 17. Я не знаю, что со мной будет в конце, мне нужна срочно валерьянка. Меня зовут Сергей Павловский, мне 25 лет, я из города Томска. Казалось, что самое волнительное – это ожидание перед выходом на сцену. Но по факту оказалось самым страшным – это то, когда сотня начала вставать. И с этим было справиться сложнее всего. Дух перехватывает, но одно радует, что сесть они уже не могут. В финале я подготовил совершенно другой образ. Если первый образ был более романтичный, светлый, то этот сильный, тяжелый, мощный. Будем пробовать удивлять. О, такой хорошенький, он прямо русский. Чем-то на Витаса похож. Но он не мой любименький. Вообще у меня нет любименьки. Хороший парень, да? Улыбается, ты какой красавец. Ага, это же конкурс улыбок. Знаете, я хотел сказать, музыкальный мир, он настолько разнообразен, но сегодня я еще раз хочу пригласить вас в свой. Его мир это такой немножко ретро-стиль. Да. И, кстати, у этого стиля есть огромное количество поклонников. Конечно, конечно. Очень интересно, что он будет петь. Что ж ты вьешься над моею головой? Ты добычи не дождешься, черный волк. Тяжело.
Паша, ты плачешь? Да. Как всегда. Уже традиция, правильно? Ну, может быть, я слишком расчувствовался. Может быть, с этой песней много каких-то личных ассоциаций. Да, в общем, потрясающий голос. И я стою. Вот, молодец. Спасибо. Слово Сергею Лазареву. Потрясающий голос, потрясающие высокие ноты. Все, все в тебе есть. Но ты понимаешь, какая история? Вы априори здесь все хорошо поете. И сейчас нам это как, знаете, как уже Олимпийские игры. Лучших выставляют, да, от страны. И тут уже кто лучше? И кто не допустит ошибок? Так вот здесь было достаточно много ошибок. И вокальных, и ритмических ошибок. Именно поэтому 49... К сожалению. Хотя, конечно, голос потрясающий у тебя. Да, голос. И, мне кажется, молодость подвела для этой песни. Олеся. Марина. Задели кокошниками Сэм, он тоже поднялся. Я вообще удивлен, что Сэм поднялся. Все, кто к нам попадает, становятся народниками. Скоро мы захватим весь ряд. Сергей, я безумно рада, что в финале все-таки прозвучала поистине народная песня. Потому что вы, конечно, делаете это превосходно. У вас открывается, я не знаю, какой-то портал, который невозможно не оценить и не нажать эту кнопку. Спасибо. Ну что ж, 49 голосов. Сергей Павловский занимает второе место в тройке лидеров. Наши аплодисменты. Привет, друг. Привет, друг. Это не пение для финала. А мне показалось, что... Очень здорово. Прочтение было новое, песня была совершенно в его исполнении. Одно место в тройке еще свободно. Чтобы исправить это, на сцену уже выходит София Ацбеха-Нега. Пожелаем ей удачи! Это финал! София тоже шикарно поет. Наш информационный партнер – радиостанция «Новое радио», в эфире которого звучат только суперхиты и суперновинки от самых ярких и популярных исполнителей. Следите за новостями нашего шоу «Ну-ка, все вместе» в эфире «Нового радио». София, которая сейчас выйдет на сцену, она на 100 баллов пела. Папа, не, вот ты сейчас с ума сойдешь. Элла Фицджеральд нашего времени просто. Меня зовут София Ацбеха-Нега. И это финал. Перед первым этапом я волновалась, на самом деле. Не хотела это признавать, но я волновалась. Все произошло довольно хорошо, потому что мне дали целых 100 баллов. В батле мне пришлось соревноваться с Майкл Райс. Он прекрасно поет, и он тоже прошел в финал, даже несмотря на то, что у него было меньше баллов, чем у меня. И это прекрасно, потому что сегодня у нас будет еще больше очень интересных участников. В прошлый раз я сомневалась в том, что у меня будет 100 баллов, так и в этот раз я тоже сомневаюсь, но верю и надеюсь. Я предвкушаю свой выход на сцену. Предвкушаю его с того момента, когда я узнала, что я прохожу финал. Вот, поэтому я надеюсь, что все будет очень хорошо. Прекрасная София. Джазовая звезда. Ну до чего она хороша, господи. Посмотри, само совершенство. Какая улыбка у нее, глаза какие, обалденная просто. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Я рада вновь оказаться на этой сцене. И сегодня я подготовила вам свой очаровательный джазовый подарок. У нас такие разножанровые артисты, да. Это так круто. Ну, у нее даже вид джазовый, понимаешь? Она еще петь не начала, меня уже мурашками пробрала. Порадуй душу мне, родная. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I do
два-два-два-два-два-два-два-два-два. It don't mean a thing, all you gotta do is swing. Два-два-два-два-два-два-два-два-два. It makes no difference if it's sweet or hard. Just give the rhythm everything you've got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Два-два-два-два-два-два-два-два-два. It don't mean a thing if it ain't got. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give the rhythm everything you got. Don't mean a thing if it ain't got the swing. Do-a, 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 do-a. It don't mean a thing if it ain't got the swing. Боже мой, сколько баллов! Началось! Невероятно! 96 баллов! Паш, ты сегодня жжешь. Прохожу мимо Павла, стоит Павел и говорит: ой, не хотелось вставать, но пришлось встать! Боже мой, невероятный финал третьего сезона. Это только начало, дорогие друзья. Ну что ж, иду вот к нашим джазменом. Олечка, Олечка. Я хочу сказать, что мне понравилось. Мне понравилась ваша легкость. Ощущение было такое, что для вас это не составляет никакого труда. Хотя это, безусловно, очень большая работа. Спасибо вам, вы доставили мне огромнейшее удовольствие. Спасибо. А вот внизу ректор-координатор Государственного училища эстрадного джазового искусства, заслуженный артист России Андрей Биль сидит. Почему, Андрюша? Ну, дело в том, здесь все прекрасные певцы, и здесь очень не хочется быть такой злюкой, понимаете? Но с другой стороны, для меня... А у вас прекрасно получается. Да я не специально, честное слово. Мне реально все очень нравятся. Во-первых, вы очень нервничали. Это было сразу видно, и это было слышно. Кроме того, для меня это было немножко поученически. Хотя я понимаю, что у вас большой талант, и вы действительно джазовый музыкант. А мне кажется, София пела так, между делом, как будто зевала. Ну, поученически ей 19 лет. Вообще, естественно, свободно. 19 лет так такой петь. Возраст. В таком возрасте ей 19 таком лет. В таком возрасте так сейчас, петь. А сейчас я хочу подойти к Анжелике Алферовой. Она встала на первой секунде. Ничего личного, уважаю, обожаю Андрея Михайловича Биля. Но я сделаю заявление абсолютно обоснованное. Вот 4 человека, которые сейчас не встали, не имеют, я за этим подошел. Не имеют никакого понятия о джазе. Абсолютно никакого. Я прошу прощения. Я резко высказываюсь, но и тем не менее. Вот это единственный представитель в своей возрастной категории, который также трактовал эту музыку в 13, в 14, в 15, в 16, 17, 18 лет. Что будет дальше, это будет абсолютно точно мировая известность. У тебя есть это знакомый в центре Вуду? Да, вот. А, вот же, Саиночка. Есть 4 человека, которые не встали. Записывайте имена. Симона Сиашвили, Михаил Гребенщиков, Степан Егураев и Андрей Биль. Возможно, сейчас будет изготовлена 5-я кукла Вуду. Но я скажу, на меня сегодняшнее выступление произвело меньшее впечатление, чем в прошлый раз.
Я вам скажу откровенно и честно. Безусловно, то, что вы делаете, там, это феноменально, да? Но вот по ощущению, когда я вижу вас второй раз, то ли я к этому готов. Но сегодня на меня меньше произвело впечатление ваше выступление. Простите меня за это, но тем не менее, потрясающий результат 96 баллов. София набирает 96 баллов. И у нас первая ничья на сегодня. У нас два участника набрали одинаковое количество баллов. Мы в тайном голосовании должны определить, кто из них займет более высокое место в тройке лидеров. Для этого, для начала, давайте вспомним выступление конкурсанток. Вот как выступила Арпи Абкарян. Ну меня что, мурашки, а вот как выступила София. It's so my thing if it ain't got the swing. Ну что ж, дорогие эксперты, я напомню вам, что каждый может отдать свой голос только за одного из участников. За бой голосовать нельзя. Сейчас нажимают на кнопки те, кто отдает свой голос. Арпи Абкарян. Поехали, голосуем. Результаты зафиксированы. Сейчас я прошу проголосовать тех, кто отдает свои голоса за Софию. Нажимайте на кнопки. Все, результаты зафиксированы. Ну что, все готовы? Да. Стадия голосования завершилась. Давайте посмотрим на результаты. Это значит, что София занимает второе место, но со своими результатами 96 баллов. Арпи остается на первом. София, мы поздравляем тебя! Второе место в тройке лидеров! Все места тройки лидеров заняты. Теперь задача участников – удержать их, пока кто-то не споет лучше. С этого момента все только начинается. Вы смотрите финал самого грандиозного вокального конкурса. Ну-ка, все вместе! Ну а на сцену выходит Татьяна Магидова. Встречайте! Это рыженькая бомба, которая модель плюс сайз. Секс-символ телепроекта «Ну-ка, все вместе». Шикарная. Снова привет! Я Татьяна Магидова, и я в финале! В отборочном туре самое волнительное было именно то, что я выходила первая. И плюс я еще выходила после Филиппа Киркорова. Переживала, конечно, жутко. Ярким моментом в прошлом эфире это была реакция Филиппа Киркорова, который кричал со стены: «Не худей!» «Не худей!» Вот не слушай никого никогда! Я набрала 75 баллов, но абсолютно не расстроилась, потому что я оказалась в батле. У меня появилась возможность спеть не одну, а две песни. Больше всего рады моему выходу в финал были, конечно, мои сыновья. И в финале они приедут меня поддержать. Сыновья увидят в первый раз меня на большой сцене. И самое главное, в первый раз услышат меня вживую. И я очень рада, что они будут со мной в этот знаменательный день.
Я настроена бороться за первое место. И если мне повезет, и я выиграю главный приз, то я повезу своих детей в Диснейленд. Сейчас есть, конечно, переживания перед выходом, но я хочу пожелать самой себе не волноваться и выйти и спеть на все 100%, как я умею. Она просто офигенная! Так красиво, когда женщина в форме и любит себя. Любит, она принимает любит себя полностью. Прямо, да. Слушай, она очень обаятельная. Очень обаятельная. Очень обаятельная. Добрый вечер, уважаемые эксперты. Я очень счастлива находиться сегодня на этой сцене. Хочу вам напомнить, что я модель плюс сайз. А еще я мама тройняшек. И они сегодня со мной. Конечно, очень сложно быть мамой и женщиной, но любовь творит чудеса. Что это? Что ж ты делаешь с нами? Мальчики, вы живы вообще? Большое. 25 баллов. Ну, это явный, да, недобор. Прям вообще такой какой-то состояние. Даже не знаю, жестко как-то. Потому что песня сложнейшая, труднейшая. Дыхание вообще негде взять. Габриэла, ну ты стоишь. Вот я вижу, что ты плачешь. Тяжело говорить, конечно. Ты прекрасна. Ты красотка. У тебя прекрасный голос, прекрасная фигура. Ты очень красивая, очень талантливая. Спасибо. Я за тебя, мама. Я тоже мама. И, конечно, я очень не понимаю сегодня, почему 25. Это очень мало, ребят. Я не согласна. И поэтому я очень сильно расстроилась, да. Но
как певица, у тебя длинная дорога, ты шикарный голос. И у тебя харизма есть, у тебя голос. Ты такая прекрасная. Я не знаю, что тебе сказать правду. И мне правда тяжело. Я не знаю, сколько раз я буду плакать здесь, потому что правда, все очень хорошие. Спасибо. У нас в России все плачут. Сергей. Татьяна, во-первых, конечно, я уверен, что ваши дети вами гордятся. Они вдохновение ваше 100%. А что касается выступления сегодня, мне помешали в какие-то моменты, я не знаю, как это правильно сказать, немножко горловое, немножко вот какая-то позиция такая, но немножко носогорловая, и она меня смутила. Вам нужно Шакиру было петь. Вот у нее этот призвук. Шакира. Да, в следующий раз с Шакирой приходите. Но вы эффектные, вы сногсшибательные. Я вам желаю большого-большого успеха. Спасибо большое. Спасибо, большое. Что вы украсили наше шоу. Спасибо огромное. С результатом 25 голосов Татьяна Магидова покидает наш проект. Танечка, спасибо большое. Спасибо большое. Но все равно она была классная и интересная, да? Итак, это случилось. Первый финалист покинул наш проект. Нам нужно как можно скорее принять этот грустный факт, потому что дальше это будет происходить, мне кажется, намного чаще. Финал «Ну-ка, все вместе» раскрывается! Продолжит его Нэнси и Сидора, встречайте! Хорошие ребята. Хорошие ребята, хорошие. Дай бог, чтобы они спели что-нибудь хорошо. А мне кажется, что они не перепоют. Да? Наших девчонок. Ну, они такие. Какие? Изобретательные. Изобретательные? Они могут что-то изобрести. Всем привет, и это снова мы, дуэт Нэнси и Сидоров. И, как вы уже поняли, мы в финале. Лично у меня прошлое выступление все было как будто бы в тумане. Было очень волнительно, потому что мы выступали первыми. Вот, но то, что мы стояли вместе, держались так за ручки, это на самом деле очень сильно помогло, очень спасло. Мы как-то вот вкатились нормально. У Насти же реально все как в тумане, мы с тобой не держались за руки. Мы не держались за руки. Черт. У нас же была драма в контрах, между нами контра, борьба, пальба, все понятно. Так вот. Классно выступили, мне понравилось. Волнение, конечно, подступает не на шутку, особенно вот за несколько минут, за вот эти вот мгновения до финала, потому что прям ручки трясутся. А участники-то сильные, участники сильные. Прям финал, все как на подбор, и все абсолютно разные. И вот тут вопрос, мне кажется, уже настроение, кто угадает. Кто угадает настрой, кто поймает эту волну. Надеемся, что... Сейчас загонимся с тобой. Среди вот этих вот нескольких людей будем и мы. А так, ну, смотрите, скоро узнаете. Ой, какие стильные! Всю ночь шили костюмы. Но они очень красивой пары. Всем добрый вечер. Сегодня будет необычное выступление. Сегодня мы хотим показать вам то, что мы очень сильно любим. То, что стало нашей своеобразной фишкой. Но пока что немножко интриги. Ну давайте интригу. Если они музыкальны, то я говорю вот про мышап. Может быть, они мышапить будут сейчас. Пушап. Не пушап, а мышап.
себе и небо по плечу, а я свободы не хочу. Не оставляй меня. I've become so numb. Не оставляй меня. Become so numb. Не оставляй. Баллов. Я теперь даже не знаю, кто написал песню. Линкин Парк или все-таки Меладзе? Было невероятно. Арсений. Да. Вы сегодня так элегантны. Я в чистом сегодня. Да. Мариновал. Нам два кофе с Этери можно? Да, с удовольствием. Не слушай его. Это замечательная пара молодых, талантливых, супер талантливых ребят. Сошлась не просто так. Это пара, тот пример, когда в семье есть замечательный, гениальный и очень сильный музыкант. Это Олег Сидоров. И замечательный автор. Я знаю, что Настя пишет потрясающие стихи. Очень прям вот все вжило, все очень точно. И вот они встретились. И единственное, чего вам хочется сказать, это, ребят, удачи вам. Вы замечательные. Спасибо. А вот Полине что-то не хватило, мне кажется. Как твое cup of tea? Cup of tea is getting better. Ребят, вы мне очень симпатичны, как были в прошлый раз, так и в этот раз. По энергетике, по посылу, это был MTV performance. То есть ваш артистизм, ваша энергия, она полностью там. Для меня немножко было крикливо, но очень сложно петь такие песни, да. Но у меня совершенно нет доли сомнения, что вы живете музыкой, вы музыкальная пара, что вы найдете свою дверь в индустрию. Поэтому вам удачи, несмотря на то, что я сижу, удачи вам. Спасибо. Желаю большой. Спасибо. Марсель, ну как тебе наши ребята? Я хотел сказать, творческое объединение. Я понял вот к концу номера очень важную вещь на самом деле. А какой-то момент Олег немножечко начал проседать. Немножко от нервов испугался, может быть, стал путать слова. Но его вторая половинка, она его поддержала и вытащила. Понимаете? И именно в этот момент мы все встали. Именно в этот момент, когда ты помогла ему и вытащила своего партнера откуда-то из пропасти, достала. И дальше вы уже вместе доработали. И вам огромное спасибо, что в нашем конкурсе вы как бы являетесь тем примером, что любовь – самое главное. Будьте вместе всегда, и тогда у вас все обязательно получится. Это факт. Спасибо большое. Спасибо, Марсель. Сергей, а у тебя вот все-таки в конце мурашки появились, да? Ты знаешь, я могу сказать, я согласен с Марселем, что лидером в этом выступлении все-таки была Анастасия. Так случилось. Хотя, мне кажется, в прошлый раз было наоборот. А так, выступление... Мне очень приятно, знаете, что вы свою фишку сейчас, вот эту фишку мэшапа, вы ее продемонстрировали на всю страну. Получилось очень круто и очень интересно. Спасибо большое. Браво. Ну что ж, Нэнси Сидоров занимает третье место в тройке лидеров, а мы прощаемся с Сергеем Павловским. Сережа, спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. В течение сезона сразу нескольким участникам удавалось набрать 100 баллов. Порадуют ли нас таким результатом финалисты? Будем надеяться, все вместе. Продолжаем финал и встречаем Елизавету Слышкину. Мне кажется, будет большой ошибкой, если она поет на английском. Что-то лирическое. Ну да, лирики уже не хочется. Хочется, уже хочется драйва, драйва. А, все работает, да? А уже записывается, да? А, все. Сейчас, подождите. Да. Всем привет, это Лиза Слышкина, и я в финале. В прошлый раз я не ожидала, что я наберу 99 баллов. Для меня это был такой сюрприз, если честно. И первые мои эмоции, естественно, был восторг. А когда я приехала домой, я осознала, что это же большая ответственность теперь на мне. Я теперь не могу ниже спеть, только выше, только 100. У меня
боевой настрой. Ну, конечно же, я хотела бы выиграть миллион и, возможно, записать рэпчик с кем-нибудь из экспертов. Ну все, я пошла. У этой девочки очень хороший вкус. Очень хороший вкус. Она из тех, кто удивляет. Да, да. Такая нестандартная. Два раза удивила, в прошлый раз. Дважды спела офигенно. Здравствуйте. Это я. А, Нета пела, Нета. Молодец, Сабона. Вы знаете, мне так понравилось выступать в прошлый раз. И я это сделаю сегодня. Спасибо большое. Сделай это красиво, детка. Она крутая, она классно пела, она очень легко пела. Давайте просто насладимся талантом Елизаветы Слышкиной. Да-да, в какой-то момент, через несколько минут, мне придется сказать спасибо Нэнси и Сидорову. Но сейчас, конечно же, все о вас. Жги. Вы знаете, я убежден, что артист — это не обязательно только гениальный вокалист. И вот сегодня, лично для меня, субъективно, вы первый артист на сцене. Для меня. Потому что вы невероятно отыграли, и вы с нами пообщались. Это так важно. За тем, что вы сделали, я абсолютно точно мог бы забыть и не услышать какую-то неточную ноту. Потому что я был с вами. Вы сделали меня частью этого потрясающего выступления. Спасибо вам огромное. Вы артист. Знаете, я так солидарен с Владом сейчас. И по-настоящему актриса. Какой-то мюзикл был, какой-то музыкальный фильм. Мы вам поверили на 100%. Потрясающая актриса, потрясающая. Просто, я не знаю, вам надо сниматься в музыкальных фильмах. Ну, я могу вам сказать честно, что для меня вот вы сейчас абсолютный фаворит, несмотря на то, что прекрасные действительно вокалисты. С артистической точки зрения вы фаворит. Все в целом. Спасибо большое за такие слова. Они правда очень много для меня значат. Спасибо. Я думаю, хорошие слова закончились. Я сейчас все по полочкам разложу. Ты все расскажешь, да? Для меня было слишком много фишек.
Такое ощущение, что ты хотела этими вокальными фишками где-то вот так вот, где-то прижала, где-то зарычала. Ты хотела как будто бы скрыть какие-то недостатки. Для меня слишком было много фишек. Ну что ж, сейчас я стою у человека, который тоже знает, что такое конкурс, который был на Евровидении. Потрясающий певец, артист Дмитрий Колдун. Знаешь, Коля, мне есть такое ощущение, что сегодня вот у Елизаветы она вышла, прекрасно все исполнила, но, кажется, выдала все и сразу. Вот эта сила, с которой она сразу заявила свою композицию, она не нарастала. А вот на конкурсах нужно в конце выдавать самое вот это «Для тебя!» Ой, аж голова прошла. Ну, вот так как-то. Не, круто. На мой взгляд. Спасибо, у каждого свое мнение. Ну что ж, 86 баллов. Я так радуюсь этому результату. Но и слезы наворачиваются на глаза. Мы прощаемся с дуэтом Нэнси и Сидором. Давайте поаплодируем, ребята. Удачи вам, новых песен, новых проектов. На третье место тройки лидеров проходит Елизавета Слышкина. Я считаю, что незаслуженно Лизе поставили так мало баллов. Я считаю, что она спела не заслуженно, хуже. Абсолютно на 86 баллов она спела. Девушка, я говорю, идеально бы для мюзикла была. Ей, спасибо. Может быть, не нужно это место первое. Ей нужно, чтобы ее продюсеры заметили, понимаешь? На вопрос, как вы потратите миллион, многие участники отвечают, сначала его надо выиграть. Сейчас это попробует сделать следующий вокалист. Это финал, и его продолжает Андрей Позов. Встречайте! У него шикарнейший просто мелизматика. Он какой-то. Ой, там... мелизматику я люблю. Всем привет, меня зовут Андрей Позов. Я прошел финал, и для меня это достойно. Я уже собой горжусь, это моя маленькая победа. В отборочном туре я выходил на сцену первым, и для меня это было волнительно, потому что я понимал, что мне нужно набрать максимальное количество баллов для того, чтобы остаться в тройке лидеров. Дальше был баттл, и я выходил на него уверенным, так как очень сильно хотел пройти в финал. Перед финалом я не волнуюсь, сейчас у меня все хорошо, я очень решительно настроен и хочу побороться за миллион. Вот это ресторан ТВ. Качественный вокал в ресторане. Неправда. В дорогом ресторане, где средний чек 5000 рублей. Какой красивый. Прям богатырь. Добрыня Никитич. Руки аж дрожат у него. Все хорошо, мы с тобой, не волнуйся. Здравствуйте. Это самый прекрасный момент в моей жизни. И я благодарен судьбе, что я выступаю с такими крутыми финалистами и для таких прекрасных экспертов, как вы. Спасибо. У него интересный очень тембр, интересный. Посмотрим. Главное, чтобы спел круто. Андрею Позову надо набрать минимум 87 голосов, чтобы попасть в тройку лидеров. Ох, нешуточная начинается борьба. Еще минута, и я держу твои ладони. Боже, какой у него тембр красивый. Осторожно. Еще минута, и я скажу, что расставаться невозможно. Еще минута. Оглянись и позови, я забуду все на свете ради счастья и любви. Еще минута, и я поверю, что ты останешься со мной.
забуду, что в прежней жизни мы любили и желали. Еще минута до прощания и последнего прости, она как будто обещание наше прошлое спасти. Останешься со мною. Спасибо. Ну что ж, сколько же баллов набрал Андрей Позов своим проникновенным исполнением песни Любови Успенской «Еще минута». 69 баллов – это хороший результат. Лучший, лучший. Но для финала слишком низкий. Яна, я вижу, ты наслаждалась, да? Я наслаждалась. Потрясающий финал, но уже столько вот этих орущих нот, вот этих вот выгибаний на сцене, ползанье, падание. Я настолько уже, наверное, устала, наверное, нельзя так говорить, но уже просто хочется послушать красивый, нежный тембр. Люблю скромных артистов. Хочу тебе напомнить, что все-таки для любого артиста скромность – это путь к забвению. Николай, даже... но вы же скромный артист. Я? Да, я считаю вас очень интеллигентным артистом. Ты просто недавно приехала в нашу страну. Так как чудил я здесь... Ну, я могу сказать, еще один мой болгарский друг. Ну, я потом вам клип покажу, они там вдвоем. Два скромных. А, ну это конечно, вообще... А это, Сергей, был хайп. Это был хайп, а, вот оно что. Да. Вот что хайп животворящий делает. Да. А вот со мной стоит твой любимый скромный автор Олег Влади. Композитор тоже стоит. Идущий к забвению или куда? Со скромностью. Нет, пока что благодаря твоим творческим новым контактам ты сейчас на взлете. У Андрея есть потрясающее свойство понимать, о чем он поет. И ты видишь эту историю перед глазами, и, конечно, тебя не тронуть не может. Согласен. Но не было наших заслуженных мурашек. Ольга, Юрий, что случилось? Почему вы не встали, а? Вы просто забыли, наверное. Не, мы не забыли. Почему вы не встали? Нет. Сергей очень четко нас ведет к победе. Он не разрешает нам спать, не разрешает отвлекаться. Ну что не понравилось? Вас явно качнуло в такую цыганскую манеру исполнения песни. Ну вот это мне не понравилось. Ох, разве это плохо? Ну что, Сергей? Андрей. Я, как всегда, знаете, свои 5 копеек и ложку дегтя. Я встал, потому что было бы странно, если бы я не встал на такой голос. Вы хороший, хороший исполнитель, хороший певец. В целом-то все хорошо, но скучно как-то, понимаете? Ну, скучно как-то. Вот как-то очень правильно и вот так, как мы видели уже до этого. Может быть, поэтому и не 100. Артистизма мне не хватает, простите. Спасибо. Ну что ж, наши аплодисменты. Андрей Позов набирает 69 голосов, но не проходит в финал. Мы желаем тебе всего самого прекрасного. Я уверен, ты будешь дальше творить и своим невероятным голосом радовать своих поклонников. Браво, спасибо. Он классный, да, ну как бы, нет, душевный, все супер. Он филигранно классно поет, но он одинаковый везде. Но есть такие артисты, нет, но не всем, опять-таки, тоже не всем дано быть настолько, знаете, перевоплощаться. Мы же, в принципе, помним, как и кто из них выступал. Конечно. Это должна быть другая ступенька, гораздо выше. Еще минуту Андрей Позов хотел бы постоять на сцене, но, увы. Для него финал завершен, и он продолжит наблюдать за судьбой главного приза из-за кулис. Возможно, обладателем этого приза станет Анаита Дамян, которая уже поднимается на сцену. Ну-ка, все вместе!
Это которая 17-летняя? О, май гад! О, май гад! Мелизмы такие, что просто можно сойти с ума. Я Нейта Домян, и я в финале. Я счастлива, что у меня есть возможность еще раз выступить на этой сцене. В отборочном туре я больше всего переживала, что мое выступление не оценит Сергей Лазарев. Потому что в детском выпуске в прошлом году ему наше выступление с моим младшим братом не очень понравилось. И я шла на эту сцену, чтобы доказать ему то, что я умею красиво петь. Во время выступления я не следила за тем, стал ли лидер сотни или нет. Но все-таки, когда заметила, мне стало очень приятно, и я начала более уверенно петь. Дальше был баттл, и, честно говоря, я очень обрадовалась, что я смогу еще раз спеть другую песню и доказать жюри, что я действительно достойна выхода в финал. Просто невероятно! Откуда в тебе такой голос? Такой маленькой девочке такой голос! Сегодня у меня боевой настрой. Я уверена в своей песне, я уверена в своем голосе, в своих силах. И я считаю, что я достойный конкурент. И поэтому удачи моим соперникам, потому что им придется попотеть. Малышка! Она и прекрасна. Она просто потрясающая. Здравствуйте. Очень рада вас всех здесь видеть. И надеюсь, что это взаимно. Такая модная. Да, она очень хороша. Но голос у нее просто, ну, Ариана Гранде. Ариана Гранде, Селена Гомес. Она способна на все. Давай, кроссовка. Что ты делаешь? Ты
Ты это участнице кричал или у Сережи? Конечно, тебе. Я тебе кричал, потому ну просто так, так, что ты делаешь со мной? Что со всеми нами, что ты сделала? Ты как раз, вот ты как раз из всех, кто сегодня выступал, ты самая точно достойная того, чтобы вот вперед, вверх, вверх, потому что у тебя тот самый возраст, когда должно все начинаться. Мы это очень хорошо знаем, нам было примерно по столько же. И самое главное, что каждое твое выступление на этой сцене на голову выше предыдущего. Вот. Вот это очень тоже ценно. Выступление достойно финала. Вот по-настоящему финала. Финальной борьбы за первое место. 91 балл, я не понимаю, чего не хватило девятерым. Не понимаю. И я передаю микрофон Льву Рудину. Передайте микрофон вниз. Ну, такие штуки выдавать в вашем возрасте, да, это требует, ну, преклонения. Да, была и мелизматика, да, были ноты, да, все, но вот... А почему-то, чем больше экспертов вставало, тем громкости у вас прибавлялось в голосе. Артистизма здесь не было никакого. Динамики выступлений не было никакой. Да, все остальное было. Голос хороший, потрясающий. Но над этим голосом нужно еще работать над самим артистом. Это мое мнение. Можно Николаю Ерохину передать микрофон? Пожалуйста. Премьер-тенор. Да, у вас есть очень хорошая техника. Но было много статичности, было много крикливых нот. Но при этом, при всем, вы очень многому научились за этот проект. Спасибо. Вы молодец. Спасибо. Спасибо, Николай. Вообще, я считаю, что... При чем вообще здесь артистизм? Так же самое, как «Извини, Коля», если стоять на сцене и петь первую арию Радамеса в «Аиде». Извини, тут думаешь, как на себе моль в конце выйти, и не думаешь уже артистично, что браво, показывать. Браво. И пока Николай 20 минут думает над моими словами, я не могу не представить прекрасного автора, композитора. Мы все танцуем под его хиты. Это и Полина Гагарина, это и Света Лобода, Артик Асти. Это «Девочка, танцуй». И все. Дима Лорен. И, кстати, Дима мне тоже написал в свое время песню. И сейчас, наверное, тебе есть что сказать для этой певицы. А может быть, у тебя даже есть песня для нее. Я хочу сказать, что у тебя потрясающий тембр. Потрясающий голос. Мне кажется, ты из всех участников, которых я сегодня видел, у тебя самые большие перспективы стать известной артисткой в России. Это правда. Дима, тройка лидеров тебя уже вычеркнула из списка авторов. Но я говорю... Не теряй клиентов, у нас не то время. Это по своему вкусу, по своему формату. Я, конечно, с удовольствием бы написал бы тебе песню, правда. Это было бы очень круто. Спасибо большое. Ну что ж, всем экспертам и всем зрителям жаль прощаться с Елизаветой Слышкиной. Но ее место с результатом 91 голос занимает Анаита Дамян. Ваши аплодисменты. Ну, молодец, мою любимую песню спела. Да. Талант следующей финалистки очень сложно описать словами. Когда она пела в отборочном туре, вся стена утонула в слезах. Это была магия, не иначе. Я не преувеличиваю, если скажу, что в эту секунду каждый из нас хочет, чтобы эта магия повторилась. Да. На сцене мистическая Ксения Бахчалова. Я не знаю, как сейчас будет, что будет, но тогда я плакал тогда, я реально заплакал. Снова всем привет, я Ксения Бахчалова, и я в абсолютном шоке, что я в финале. На отборочном туре я, конечно, жутко волновалась, потому что из-за пандемии давно не выходила на сцену, и коленки тряслись, и сердце колотилось, и зубы стучали. Не для меня. Когда уже стояла на сцене, я ощущала всем сердцем теплоту и поддержку сотни. И поэтому я, конечно, успокоилась и настроилась на саму песню. В какой-то момент я поняла, что я половину песни пропела с закрытыми глазами, чтобы не видеть, сколько людей поднимается во время пения.
сказала, что я наберу, ну, потолок 92-95 баллов максимум. Но когда я открыла глаза и увидела, что там стоит вся сотня, я была в ужасном шоке. Браво! Браво! Когда набираешь 100 баллов, чувствуешь на себе двойную ответственность, потому что мне нужно спеть не хуже, чем я спела в первый раз. Но я настроена по-боевому. Если я, конечно, выиграю миллион, я потрачу его на свое дело. Я хочу открыть свою вокальную школу, в которой будут учиться прекрасные, одаренные и взрослые, и дети, которые мечтают заниматься музыкой. Как она потрясающе выглядит, боже! Она ангел, она прям вот ангел. Она просто цвет такой. Я так хочу, чтобы она победила. Здравствуйте, уважаемая сотня. Привет! Вам сегодня уже очень много было сказано теплых слов, и я присоединяюсь ко всему вышесказанному. И чтобы не повторяться, пускай за меня скажет музыка. Не знаю, вот она выходит, и у меня какое-то, знаешь, как хочется ей все рассказать, исповедаться перед ней. У меня даже от предчувствия уже, вот уже мурашки. Нас сейчас с тобой раскатают. Восемьдесят восемь баллов. Это прекрасный результат, но его не хватает для того, чтобы Ксения оказалась в финале. Боже мой, это какой-то вот момент, который вот всегда переживаешь, как свою личную какую-то маленькую трагедию. Сергей, ну... Ксения, ну я хочу вам сказать, что вы в финале. И вы в числе сильнейших голосов проекта, сильнейших. Вот вы в прошлый раз нас исцеляли, вот сейчас та же самая история. Я исцелялся. У вас божественный голос, у вас какой-то необыкновенный дар.
Вы, мне кажется, правда можете как-то воздействовать на людей с помощью голоса. Я вам серьезно, искренне говорю это. Потому что в этом есть какая-то целительная штука. Ты в этот момент, ты какой-то как ребенок. Вот, и вы какую-то ауру создаете вокруг себя. Какая-то мантра была, не знаю сейчас, какая-то медитация была. Это, почему вот этой ауры не хватило, чтобы попасть в тройку? Не знаю, чакра у кого-то не открылась просто. Слишком это, знаете, нет, они просто... Влада, кстати, не открылась чакра. Я сейчас не понял. Так и справа от меня тут не... Что происходит? Зашлакованные чакры тут у меня. Пускай скажет Влад, интересно. Я действительно не встал. Я даже не буду... Если вы позволите, я скажу честно. Я не люблю такую музыку, я ее не понимаю. Она для меня... Это субъективно, субъективно. Я хотел добавить сейчас. Меня поражает. Вот как бы, понимаете, мы живем в России. Я понимаю, мы можем восхищаться многими западными исполнителями. Мы можем... Но вы знаете, что меня всегда поражает? Мы почему-то все принижаем себя, смотрим на них. Ой, какие они гениальны, ой, какие они... Они — это они, а тут русская песня. Прочтение уникальное. Да, Коля! Я хочу сказать, что вы не прошли финал. Вы набрали 80, Ксения, 88 она баллов. Она уже в финале. Но я хочу сказать, что вы поете просто невероятно. До сих пор он рыдает, группа «Русский праздник» просто. Мне нравится «Русский праздник» Лаура Карапетян. Как сказала Царство Небесное, Людмила Георгиевна Рюмина. Армяне возрождают русский фольклор. Ксюш, ты знаешь, вот меня можно довести, да, до вот такой, до слез, но вот до такой истерики я не могу остановиться. Ты нас покорила. Знай, что, по крайней мере, вот русский праздник с тобой. Мы тебя любим, Ксюш. Мы еще тебя зацелуем за кулисами. Готовься. Ну что ж, к великому моему сожалению, с результатом 88 голосов, Ксения Бахчалова покидает наш финал. Ксюшенька, вы хотите что-то сказать? Я хочу сказать спасибо за то, что я уже в финале, и поблагодарить вас от всей души за то счастье, которое я получила на этом проекте. Браво! Да, Ксения, чтобы как-то выразить свое восхищение вашим исполнением и каким-то вашим невероятным магнетизмом, я для себя принял решение. Я вам сделаю подарок от себя в виде денежного приза. Коля, браво! Вы потратите на то, чтобы заблагорассудиться, потому что я благодарен прежде всего своей публике, которая мне дала возможность творить. Я уже почти 25 лет пою, если так вдуматься, на эстраде. И у меня есть возможность поделиться тем, что в любом случае необходимо любому артисту. Поэтому спасибо. Есть гран-при нашего конкурса «Ну-ка, все вместе», оно достанется кому-то из тех, кого выберет наша сотня. А я в таком же объеме дарю вам этот приз, потому что иногда художник не должен быть голодным. Художник должен получать за свое мастерство. Вы потрясающе исполнили. Так что сегодня, в конце вечера, я вам вручу свой гран-при Николая Баскова. У меня нет слов. Ксения, радуйте нас дальше. Вы бесподобны. Поэтому вы уходите все равно как победительница. Спасибо. Спасибо большое. Ксения. Коля, Коля, мы из-за тебя прослезились. Из-за твоего поступка. Все, ребята, не надо. Это лично мои эмоции. Вон, я когда-то парню баян купил, это, помню, это,
Так он все конкурсы выиграл, такой потрясающий парень. Это так приятно делать какие-то вещи в жизни, потому что нам в жизни люди помогают, нам что-то делают. Это должно быть, и для меня, мне не жалко для этого потрясающего ангела доставить ей удовольствие, чтобы она ушла в слезах от счастья, а не в слезах от горя. Колечка, Колечка, молодец. Все, забыли все. Такое забыть невозможно. Следующая участница выступала на нашем проекте уже трижды. И ни разу не набирала меньше 90 баллов. Даже в дуэли. Для нее это второй финал. А значит, она самая опытная участница. Ну-ка, все вместе. Я не знаю, что сейчас будет происходить со стеной. На сцене ураган. По имени Нуца Будзаладзе! Это та, которая она в прошлом году хорошая. Была... Ну, все думали, что она победит. Все просто были уверены, потому что у нее уровень — это Бейонс, ну, не меньше. Ей даже не надо, мне кажется, здесь бороться. Здесь надо просто выступить и уйти с гордо поднятой головой, не получая никаких оценок, потому что она вне оценочной системы, мне кажется. Меня зовут Нуца Бузаладзе, и я безумно счастлива, что я могу бороться за победу. Еще раз. Мое появление в шоу тщательно пытались скрыть. Никто не знал, что я буду еще раз участвовать в этом шоу. Когда я увидела лица сотни, это было просто... И я была очень рада. Знаете, очень рада. Сюрприз! Знаете, я люблю сложности, да? Костюм сложный. Очень хрупкий, очень деликатный. Но этот костюм очень подходит для песни. То, что надо. Если я не выиграю в этом сезоне, увидимся в следующем сезоне. Вообще каждый сезон здесь. Я очень благодарна первым, что я могу показать себя еще раз. Я помню, что я чувствовала, когда я не победила. Я эти все эмоции помню. Я не хочу, чтобы это еще раз почувствовала. Правда, не хочу. Но я точно вижу мой цель в жизни, и я буду бороться до конца для этого. Не только в этом конкурсе, вообще в жизни. О, богиня! Королева ночи! Может, песня Аллы Борисовны будет? Я Владимир Пугачёва. Нуца с вами. Ну, это настоящий боец, если честно. Это настоящий боец. Ну, давай, моя хорошая. Она порвет всех. Ох. Ну, давай, девочка. You cry if I'm not back again this time tomorrow.
Ох, нуться. Как же ты была артистична. Давайте посмотрим, сколько голосов. Я на самом деле стою, я бежал к эксперту. Я был уверен, что она не поднимется. Она ее соперница была, она вырвала у нее победу. Яна Клявиня, победительница прошлого сезона. И ты встала. Ну, я скажу, что Нуца Бузаладзе – это мастер спорта по вокалу. Мировой мастер спорта. Это просто невероятно, что она может творить. Я не могла не встать, потому что многие думают, что мы в каких-то контрах или у нас там что-то, мы ссоримся, потому что у нас была просто война на финале. И мы просто были, грубо говоря, участники этой войны. Ты у нее выиграла всего лишь 3 голоса. Ну да, тем более, да, это был просто шок. Коля. Ну как, в шоу-бизнес надо же. Все думали, что я сплю с тобой. Да. И были правы, вот победительница 2-го сезона. Вот, ну много было комментариев, действительно, но это шоу на самое настоящее, неподкупное и невозможно ни с кем договориться. Оно непредсказуемое вообще. И непредсказуемое, действительно очень сложно. Я представляю, что сейчас зрители там уже ссорятся между собой, все кричат. Ортман, что ты натворила? Почему ты сидишь? Я скажу, почему я сижу. Мне все было переиграно. Фредди Меркьюри, он не старался, а вы очень старались, и мне даже от этого было немножко не по себе. Вот честно. Я хотела кайфовать, а я прям напрягалась, правда, извините. Григорий, вы тоже сидите. Очень интересно ваше мнение. Вы же балдели от Нуцы. Нуца, во-первых, ты богиня. Ты помни об этом всегда. Мне тяжело вдвойне говорить, потому что я твой фанат. Но я старался быть объективным. Поэтому, Нуца, произведение от начала до конца целиком не прозвучало. Мне не хватило той самой кантилены. Прости, Этери, но не прозвучало для меня. А как должно прозвучать? 7 минут оно идет. Ну, потому что если вы показываете разные жанры, так будьте в них до конца. Как может быть кантилена? А ты что делать с таймингом? Скажи мне, пожалуйста. Я требую позвать священника. А я требую доктора позвать. Ну, надо быть, ну, вы поймите, надо быть артистом до конца. И нужно жанр соблюсти. Было много Нуцы. Не было изящества. Не было вот этой филигранной красоты, которую ты можешь это сделать. Мы увидели, что ты эмоциональный человек. В 3-м сезоне. Если вы хотите петь и мечтаете об этом, Нуца, идите снова на сцену. Нуца, больше не приходи. Прости. Если ты придешь в 4-й сезон, они растерзают друг друга. Гриш, спасибо. Можно передать микрофон Сэму? Сэм очень с тобой сцепился. Нуца, ну ты знаешь, что ты реально великолепна, ты суперзвезда, я просто не понимаю. Вот сейчас она вылетает, и мы реально теряем звезду, которая могла бы выиграть этот проект. Вот что меня реально бесит. Я прям уже заведен. Это было реально безумно, это было шоу. Ну, во-первых, я вам всем хочу сказать, что крайне тяжело заходить в одну реку дважды. Я когда-то с Евровидением проходил, Нуца, ты проходишь это сейчас с шоу «Ну-ка, все вместе». Ты не побоялась вновь прийти и ни в коем случае не жалей об этом. Не жалей об этом, потому что так поступают только сильные личности. Ты по-настоящему достойна победы, ты уже победитель. И действительно, мы ждем тебя уже здесь, на стене, в 4-м сезоне, как эксперта, потому что ты давно этого заслуживаешь, потому что ты эксперт. Да, и будет онуться все вместе. Ну что ж, наши аплодисменты. Спасибо. Нуца, спасибо за то, что ты дала нам возможность наблюдать за тобой, лицезреть, наслаждаться, купаться в твоем вокале, в твоих движениях. И миллионы телезрителей. Спасибо. Присоединяться. Нуца Бузаладзе, 86 баллов. Спасибо. И я просто говорю тебе, до встречи! Лучшая! Как сейчас тройка выдохнула-то вот это. Выдохнула однозначно. Главная фаворитка вылетела. В отборочном туре Нуца набрала 100 голосов. Чего же ей не хватило сейчас, чтобы поднять на ноги всю сотню? И удастся ли это хоть кому-нибудь из наших финалистов? Ответ в руках следующих конкурсантов. Ну-ка, все вместе. Мы только на середине пути. А на сцене Гарик Зебелян.
сейчас, поверьте мне, выступление Сака Гарика будет опять потрясением, поэтому держите себя в руках, берегите сердце, друзья мои. Парень просто невероятный сейчас выйдет, но для меня, если победитель, то он. Даже для так? меня, если победитель, то он. Он уникален. Если не Нутца, то тогда он. Меня зовут Гарик Зебелян, и я в финале. Сотня! Я набрал 100 баллов и, конечно, не ожидал. Я думаю, боже, как можно понравиться всем, всем этим людям. Думаю, what? Да ладно, 100? Да ладно! Сто! Очень было приятно, то, что Филипп Киркоров стал первым. И прям он переживал за меня. Это было видно, это было так приятно. Да. Филипп плачет! Филипп плачет! Мне кажется, финал будет просто потрясающим. Такого финала еще не было никогда. Было 100, стало 0. Нужно о себе заявлять заново, снова. И это абсолютно с чистого листа все начинать. Мы все с друг другом конкурируем. И все такие крутые, все так голосят круто. Реально прям очень крутые ребята. И я не знаю, как будет выбирать сотня, потому что это прям улет. Вот он наш пупсик, очень хороший такой, добрый. Гарик, но оцениваем честно. Честно, понравилось Тане? Нет, нет. Всем здравствуйте, добрый вечер. Я очень рад сейчас петь перед вами. Я очень хочу исполнением своей песни просто сказать о том, что все мы красивые, ну правда. Всегда это внутри. Волнуется? Конечно, слышно голос. 16 лет. Вообще юный, да, вот этот мандраж? Все, выдыхай уже, выдыхай. Переживай, мальчишка, переживай. Ну, еще бы. Держись, держись, малыш, держись, мальчишка, держись. Пусть получится. Давай. Every day you're so wonderful. Suddenly. Да. It's hard to play. О, боги! Ну что, мурашки? Хочется, да-да. Там мой салат!
Что ж такое? Сашенька, Сашенька Градиева, ты стала самой первой почти на первых секундах, как прошла световая волна. Мне настолько жалко, что, ребят, вы не встали. Блин, ну что ж вы так? Ребят, ну такой должен быть на нашей эстраде. Твое мастерство, твой бокал, это был поток. Это был поток и счастье, которое ты даришь, так просто бескорыстно, так здорово. Ты такой замечательный, слушай, у тебя все только начинается. Ты большой молодец. 16 лет, правда, все только начинается. Спасибо. Переволновался и промазал чинно. Мне все нравится, я видела твое предыдущее выступление. Ты перегорел, как мне показалось. Я хочу тебе сказать, чтобы вот это разочарование, которое сейчас... Я понимаю его, я бы тоже расстроилась. Просто оттолкнись от него, от этого момента, и плыви к своей мечте. У тебя обязательно все получится. Да не хватило всего лишь каких-то три голоса. Кариночка, передай микрофон ведущему нового радио. Добрый вечер. Не знаю, может быть, мы как-то во второй половине нашего финала, может быть, глаз замылился, или мы закушались, уж простите, и у нас вот такие очерствели? Вот... Да, очерствели. Ну вот 89 — это слишком низкая цифра для вот такого потрясающего парня. И не все далеко артисты, к сожалению, могут похвастаться такими данными, уже состоявшиеся артисты, как у Гарика. 16 лет! Ну, конечно, я думаю, что тиктокеры поддержат сейчас Гарика. Вот они стоят, Герман Глазко. Сегодня оделся, как будто он из «Одноклассников» вышел. Как будто у вас взял, да, пиджак. Я хочу тебе сказать. Это новое поколение, знаешь, Колька. Тут новое поколение донашивает старое. Я тебе хочу сказать то, что ты правда невероятный. Вот постоянно рядом говорят то, что ты как будто вообще инопланетянин. И это правда так. Ты безумно крутой. Ты, главное, сейчас не расстраивайся. Это все только начало, и все будет очень-очень-очень круто. Можно, да? Просто я на самом деле не расстроен. Я очень рад. Ведь эта песня, она характеризует меня. И я очень хотела, чтобы услышали эту песню именно от меня. И я очень хочу нести то, что... Ты такой, какой ты есть. Ты красивый, все красивые. И я благодарен всем тем 89 людям, которые поднялись и спели эту песню вместе со мной. Спасибо, правда. Дорогой, я даже прослезился. Я просто помню себя в этом возрасте. Я помню, когда мы вышли первый раз на Юрмале. Мне было так страшно. Я боялся, у меня тряслись ноги и колени. Поэтому я понимаю, что ты испытываешь. Да, сегодня не получилось так, как ты хотел. Переживи денек, попереживай и двигайся дальше. Это точно не конец жизни. Ты феноменальный. Я тебе желаю удачи. Большое. Ты большой молодец. Слово Сергею Лазареву. Гарик, дорогой Гарик, это финал. И... вчерашние фавориты вдруг оказываются аутсайдерами. Иногда из-за самоуверенности. Мы сегодня тоже это на сцене наблюдали. То же самое сейчас произошло, только наоборот. В тебе не хватило этой уверенности. Я хочу тебе пожелать, чтобы в тебе была уверенность. Ты сам спел «We are beautiful». Ты красив, ты талантлив, ты должен верить в себя. Ты все делаешь правильно. Просто делай теперь это на 100%, на 1000 баллов из 1000 возможных. Ну что ж, аплодисменты, Гарик, спасибо тебе огромное! Браво! И Гарик Зебелян покидает наш проект. Гарик правильно ушел, он ушел туда, откуда выходит. Понимаешь, талантлив, безусловно, поет, безусловно. Он же на отборочном туре на 100 баллов спел. Тогда справился с эмоциями, а сейчас нет. Гарику всего 16 лет, но это не мешает ему соревноваться наравне с опытными вокалистами. Это еще раз доказывает, что в нашем проекте главное не аранжировка и не опыт. Главное — суметь достучаться до сердец наших экспертов. Сейчас такую попытку совершит Ева Власова. Ваши аплодисменты. Ева Власова, это та, которая высокая баскетболистка, нет? Да. Которая пела «Roots». Она нереальная. Она спела на батле клево, да. Она спела на батле, и она выглядела так интересно, как бы. Она очень красивая прямо. Если она не будет влюбиться, но модель точно. Всем привет, меня зовут Ева Власова, и я с гордостью могу заявить, что я финалист 3-го сезона телепроекта «Ну-ка все вместе». Девочка, танцуй.
отборочном туре я набрала 72 балла. Но так случилось, что я попала в баттл, и я выиграла этот баттл. Наверное, это самые яркие ощущения, которые я испытывала в своей жизни. Внутри меня было такое сильное чувство, что ты смогла, у тебя получилось. Все твои неудачи, которые были до этого, все перекрылись вот этим одним выступлением. И это, наверное, очень сильно меня вообще, в принципе, простимулировало как артиста. Моя главная задача сейчас максимально выдохнуть, выйти на сцену, посмотреть в глаза сотни и спеть свою песню. Красиво. Ну, я же красивая, у меня образ красивый, поэтому... И если ретроградный Меркурий встанет в свою правильную фазу, может быть, я выиграю миллион. Но это мы узнаем попозже. Ты какая красивая. Да, но она артист. Она вот все делает четко. Мне кажется, она мы нереальная. В прошлый раз ее недооценили. Боже мой! Ева прекрасна! В отличие от прошлого раза, сегодня я точно знаю, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что это не просто финал для меня, это настоящий праздник музыки и таланта. Спасибо. И умничка! Сейчас я хочу вам показать, как звучит голос моей души. Давайте проверим, давайте, слышим. Красоту души. Люблю тебя. Я тебя. Так спела песню группы «Гости из будущего». Так необычно, так неординарно. Никита, почему 53? Ты встал на вторую секунду. Я бы хоть миллион бы отдал, был бы. Так вот. Ева, ваша душа... Спасибо, Никита. Ваша душа до моей души достучалась. Я первый встал. Очень все здорово было. Все прямо от сердца, от души. Спасибо большое. Илья. В отличие от Никиты, полторы минуты выжидал на самом деле.
А я люблю послушать сначала, проникнуться до конца. И вот если вот откликается, а в данном случае есть отклик, я вижу, что вы какая-то вот неповторимая, то есть вас сразу запоминаешь. Ева Forever мне подсказывает. Уверен, что мы вас будем слышать еще не раз. Спасибо большое. Кстати, шикарное обновление имени Ева Forever. Мне тоже нравится. Я, наверное, возьму как хэштег. Хэштег, да, Ева Forever. Ну что ж, Сергей! Евочка. Дорогая Ева, я на самом... Ты что, письмо пишешь? Дорогая Ева, да. Я вам пишу, чего же более. Не буду скрывать, что я расстроен. Я честно, я расстроен, потому что, во-первых, я помню ваше выступление с песней «I have no roots». Я помню, как вы боролись. И сейчас ни той энергетики, ни того голоса. Вы просто вышли как будто бы для себя. Почему вы перестали бороться? У вас все шансы. И мне обидно, что хорошая вокалистка вдруг раньше времени... показала белый мне флаг. Мне очень приятно, что вам обидно. Абсолютно уникальный тембр. Таких очень красивый, точно не будет. Мне приятно ваши слова, что это обидно для вас. Мне очень приятно, что вам обидно. А, то есть вы хотели вызвать у меня такую реакцию? Ева, просто мне обидно, потому что я прям за вас переживал. В любом случае, вы талантливая, прекрасная. Но, спасибо. Но вытянутые волосы мне нравятся больше. Я вас услышу. Лазарев, а умеешь ты... До встречи в следующем сезоне. Поддержать людей. Ева, вы были потрясающие. Наши аплодисменты. Спасибо. Все равно 53 голоса. Спасибо. К сожалению, Ева Власова покидает финал. Конкуренция возрастает с каждой песней. Напряжение уже чувствуется в любой точке сцены. Потому что на кону победа в самом масштабном народном вокальном шоу «Ну-ка, все вместе!» Финал продолжается. На сцене Грег Рега. Грег один из моих любимчиков лично. Очень круто поет. Мне хочется, чтобы он пришел более в сценическом каком-то костюме. В тот раз очень много было вопросов по образу. А то, что он пел изумительно, там, конечно, без вопросов, вопросов согласен, вообще. Привет, бонжур, hello. Меня зовут Грег, и я в финале. Всем привет, чао. Должен сказать, что на первом этапе давление со стороны конкурентов было очень сильным. Я реально боялся не попасть в финал, поскольку все участники выступали очень здорово. Но, к счастью, у меня все получилось. Это было очень волнительно увидеть стену и услышать столько лестных отзывов от российского жюри. Грандиозо! У нас прям мурахи бегали вот от пяток до головы. Я в восторге, сотня ликует. В первом туре я набрал 95 баллов. И это, кстати, больше, чем я получил у себя в Италии, где мой результат был 91 балл. Таким образом, жюри в России оказалось ко мне чуть более благосклонно. Так получилось, что по дороге сюда, в студию, со мной приключилась маленькая неприятность. Я подвернул ногу, но не думаю, что это помешает мне достойно выступить. Конечно, танцевать и свободно двигаться я не смогу, но уж петь-то я спою. Это не проблема. Заметьте, кепочка та же. Быть добру, соответственно. Привет. Привет! О, выучил. Я счастлив быть в финале. Grazie di tutto. Grazie di tutto. Спасибо всем. Grazie. Спасибо всем большое. Ох, сейчас он замочит, ребята. Сейчас он замочит. Да ты не напрягайся так. Да я уж боюсь. For where I am,
on my collar for you. Take my love. I'll never ask for too much. Just all that you are and everything that you do. Он спокоен, как танк просто. I don't need to read Luke. Very much farther. I don't wanna have to go where you don't follow. I will hit it back again. There's passion inside. I can roam from myself. There's no way you hold. Your love will remember forever. You don't make me. Нет, я не понимаю вообще. Ну, это фантастическое исполнение. О, мне не повезло. Грег, это было солнце, это было солнечное исполнение, я бы так сказал. Песня вообще без остановки, все время все выше, выше и выше. Исполнено мастерски, господи. Конъюнктурщики! Суровая Россия. Суровая Россия. Нодар, я смотрел, ты очень внимательно слушал. Да, сегодня сложный день. Сложный день, невероятное, конечно, у нас развитие ситуации, калейдоскоп эмоций. Грег, ты, конечно, очень крут. И я, правда, очень внимательно слушал, потому что песня женская. Это очень тяжелая нота, самая верхняя, особенно после модуляции. И достать ее, это, конечно, нужно иметь огромное мастерство. При этом открытым звуком. И это очень легко. Так же иди по жизни легко и солнечно, как ты выступил. Потому что это мировой уровень. Спасибо огромное, что ты украсил наше шоу. Человек - шелковое сердце. Мне кажется, у тебя холодное сердце. Да, а снизу, как говорят, шелковое сердце и каменное дно, да? Слушайте, ребят, ну, прочтение Уитни Хьюстон замечательное. Действительно прекрасно. Мне не хватило твоей оригинальности. Просто именно твоей оригинальности в прочтении этой песни. Ну, со мной многие могут не согласиться, но это вот как караоке, хороший караоке, ну, большого класса. Бейте меня, ругайте меня, это мое мнение. А вот Феликс Сарикати любит такое караоке, да, Феликс? Да. Мне понравилось, он очень спел чисто, он спел очень убедительно. Он спел как настоящий артист. Помимо вокала у него присутствовало еще актерское мастерство. И вот это мне импонировало, поэтому я стал. Одним словом, ты молодец. Дерзай! Ну что ж, и, конечно же, завершающее слово нашего лидера. Я, конечно же, похвалю за прекрасное выступление в финале, но, как всегда, скажу «но». Не хватало в этой песне мелизматики, к которой мы привыкли в исполнении Уитни Хьюстон. Но при этом выступление, конечно, на желтый экран я поддержал как лидер сотни. Мы безумно счастливы, что победитель итальянской версии шоу «Ну-ка, все вместе» принимает участие у нас. Привет, Италии! И ждем новых участников. Спасибо. Мы очень благодарны, что исполнитель такого уровня приехал на наш третий сезон аналогичного конкурса «Ну-ка, все вместе». Для нас это большая честь.
и сразу же большой уровень нашего шоу. Arrivederci, grazie. Ciao. Итальянец спел прекрасно. Не хватило несколько голосов. Что здесь говорить? Несколько голосов. Кто-то из наших финалистов уже наблюдает за развитием событий из-за кулис. И его участие в проекте закончилось. Но те, кому только предстоит выйти на сцену, настроены только на победу. Это «Ну-ка все вместе» – финал самого масштабного народного вокального шоу. Продолжим! Здравствуйте, меня зовут Анастасия Баранникова. Я в финале. На отборочном туре я набрала 96 баллов. Как я спела? Ну, наверное, можно судить по тому, что стало столько человек. После комментария Лазарева о том, что я бегаю глазами, я попробую на этом выступлении не отрывать глаз от него. Спасибо. В финале я буду петь боевую песню. По смыслу она как будто бросает вызов всем, кто в зале. И жюри, и участникам. Поэтому я надеюсь, нет, я знаю, что будет ярко. По-другому нельзя, потому что я в финале, я прошла, мне безумно это нравится, и уже назад дороги нет, нужно победить. Хорошенькая. Да, хорошенькая такая. Высокая, на модель тоже похожа. Тоже модель похожа, да? Ну, все в ней прекрасно, все в ней идеально. Здравствуйте, я уже второй раз на большой сцене, благодаря вам. Волнение еще не ушло, но я очень рада быть в финале. А прикиньте, она выиграет шоу. Тихоня-тихоня, раз, два, три, взяла и выиграла, или она выиграла. Слушайте, у нас такое непредсказуемое шоу, что может выиграть любой. Скажи, слушать сон тишины. Где мы, глаза в глаза, один взгляд на твои. И она приходит, как в лэнду. Я читаю строки мысли твои. Чёрту сон тишины. Где мы, глаза в глаза, один взгляд на двоих, и мы читаем строки мысли твои. Доминик, что ты скажешь? Не знаю, очень понравилось все. Очень понравилась подача. По энергетике. Нам лично с Катей очень понравилось, очень зашло. Очень красивый тембр у тебя. Очень красивый. Спасибо. И мы поняли нашу ошибку, что надо было встать раньше, чтобы ты увидела больше поддержки. Мы просто прислушивались. Мы слушали. Нам было безумно интересно это выступление, вполне серьезно. Мне кажется, вокал был бы великолепный на самом деле. Так было все как-то... Такой голос был, такой не особенный, такой... ее прочтение «Елки», оно оригинальное было. Сергей Лазарев. Анастасия, мне кажется, что вы себя тоже загнали в рамки.
в рамки песни. Там есть лимит. И от вас требует развитие. Но невозможно придумать того, чего там не может быть изначально. Ну, там нет этого, там некуда. Поэтому в очередной раз я говорю о том, что выбор репертуара для финала, к нему надо подходить особенно. Всегда выбирайте ту песню, ту композицию, которая, по вашему мнению, классно звучала бы на титрах в финале, когда уже вы все... Фейерверки, победа, вам вручают приз, и вы еще раз поете эту песню. Вот такая должна быть песня для финала. Понимаете? Ну, такие песни написаны только для Витни Хьюстон, Филиппа Киркорова и для меня. Я даже не сомневался, что ты про меня не вспомнишь. Нет, на самом деле, я хочу сказать, вы меня поражаете. Вы стоите в золотых квадратах. Я говорю, я не могу не встать на хорошего исполнителя. Она все ну, говори сделала, хорошее. Она все сделала правильно. Хорошего до меня говорили. Ну, могу я сейчас опять сказать, у вас прекрасный тембр. И по 25 раз одно и то же. Я то, что я стою, я в желтом квадрате, это уже априори хорошо. А теперь я хочу сказать, почему еще 59 не вполне возможно не поднялись. Ну что ж, Настя, 41 голос. Но все равно... Вы среди лучших. И я уверен, вы же понимаете, обязательно найдутся люди, которые пойдут за вашим творчеством. Поэтому вам удачи. Спасибо большое. В ваших глазах я утонул. Они невероятной красоты просто. В прошлом сезоне участница, которая выступала под номером 15, стала победительницей сезона. Это Яна Клявиня. Сработает ли эта магия цифр в сегодняшнем финале и дарует ли победу Эрику Паничу, узнаем прямо сейчас. Ян, ну хоть ты как-нибудь наколдуй, чтобы мы все стол встали. Ян, давай. Нет, я сейчас вообще. Сейчас, если Эрик убивает каких-нибудь 80... Я сейчас встала и ушла, все. Я ухожу вообще, меня не будет здесь. Я прямо отсюда перепрыгну и пойду домой. Ребята, никому не рассказывайте, клянитесь, что никому не расскажете, что Полина влюбилась в Эрика. А, да ему всего 16 лет. 17. Полина, 17 лет. Тебе придется ждать еще год. Привет еще раз, меня зовут Эрик Панич. Я очень рад оказаться в финале, потому что это незабываемое ощущение и эмоции, которые я получил в первом этапе. И сейчас я выложу еще больше и покажу еще больше огня в финале. На первом этапе я очень сильно переживал, потому что во время выступления, я сам не знаю как, я посчитал то, что после первого куплета встало 11 экспертов. И тут я начал очень сильно волноваться. Но когда я спел первую ноту припева, и я вижу, как практически 70 человек встало, сразу чуть-чуть отпустила. Я думаю, так, хорошо, теперь идем дальше. Надо дать больше, чтобы стало еще больше народу. Я набрал 99 баллов и занял первое место в тайном голосовании. Как интересно! Вот так непредсказуемо. Давно такого не было, когда в последний момент так кардинально решается судьба тройки. Я готов сегодня на все 100%, настрой прям боевой. Но я сегодня чуть-чуть в другом образе, то есть ушел из этого чуть-чуть рокерского. И мне кажется, экспертам понравится, если я представлю себя в другом стиле. Я очень сильно волнуюсь, но я всегда настраиваю себя тем, что спой так, чтобы понравилось папе. Потому что... Папа мне всегда говорит, если нравится мне, значит, понравится остальным. Не знаю, почему он так говорит, но мне всегда это придает уверенность, и я чувствую себя прям вот вышел, и все железно, прям все идеально. Если я выиграю миллион, большую часть я потрачу на благотворительность, потому что в последнее время меня очень часто задевает по новостям, то, что идут какие-то сборы, помогают каким-то людям, а остальная часть пойдет на свое саморазвитие. Финчик! Ну, есть все шансы у него выиграть. Скромный, но дико талантливый. Здравствуйте еще раз. Я... Снова очень рад оказаться на этой сцене. И сегодня я хотел бы исполнить то,
что я никогда не исполнял на сцене, но всегда хотел это сделать. Спасибо. Ну, Эрика уже встречают как звезду. Ну, ребятки, давайте услышим этот шедевр. Он мне чем-то нашего сына напоминает. Чуть-чуть. Есть чем-то на Кирюшку, да? She's really sweet, she got everything that I could jump in on, baby. Yeah, baby. Эрик, что ты принял перед выступлением? Да ничего. Чуть-чуть папиной любви. Папиной любви. Где папа? Папа, наши аплодисменты. Сын просто нереальный. А вы такой же заводной? Папа, ну дайте огня, ну покажите. Давайте. Та-дам-дам. О, вот это я понимаю. Ну... Я просто не хочу уже ничего говорить, я просто хочу видеть эту цифру! Нет, блин, нет, она уйдет, нет! Эрик Паниш снимает заклятие сотни! Нет! Расколдовал! Топалов, что с тобой? Ты хочешь спрыгнуть со стены? Я не хочу, чтобы уходила вот. Ну, что сделать? Сейчас скажешь, что мало ли, что ты хочешь. А мы хотим так, а мы хотим по-другому. Именно вот от этого одного выступления понимаешь, что такое у артиста получить волну энергии. Ну, спасибо реально. Огромное, спасибо. Спасибо тебе. Главное сейчас запомни 5 фамилий. Никогда с ними не связывайся. Размахова. Игнатов, Лорен, Жуков и Лазарев, как ни странно. Сначала я спрошу Жукова. Паша. Паша, ты чего? Паша, ты где был? Я здесь сидел. Как я ждал. Это З. Я чего-то ждал. З, это зависть. Нет. Эрик, ну ты реально крутой. Что тут говорить? Я сижу. Мне не хватило, вот, например, в прошлом выступлении, когда The House of the Rising Sun, у тебя было развитие. Да он танцевал, плясал, он еще успевал перетуры это было, делать. Да, это было артистично, да, это было круто. Ты бы не дожил бы даже в танце до конца. Дожил бы. Ой, дожил бы. Короче, мне не хватило вот этого развития именно. То есть сразу как втопил, классно, да. Сорян, ребят. Мне не хватило развития. Хорошо, тебе не хватило. Что не хватило Топалову?
Топалова все хватило стоит. Нет, я имею в виду, не хватило. Он начал безумно махать руками, делать в твою сторону какие-то движения. Я думал, что я тебя уже теряю. Нет, ты меня не потеряешь. Я просто безумный поклонник этого стиля, и я люблю, когда такая энергия происходит на сцене. Я поклонник этого, поэтому я, естественно, встал. Много нот мимо, я думаю, что Сергей это все скажет, но мало мужчин. Да, ребята, ну невозможно танцевать и попадать в ноты. Дыхание в любом случае собьется. Понимаешь, ну, можно, чтобы все сошлось вместе? Почему один хорошо поет, но выбирает песню? Сейчас фейерверк, абсолютный фейерверк. Просто эмоции просто снесло нас всех. Очень круто, замечательно. Ну почему же все мимо нот-то? Да ну, и хрен бы... с этими нотами, зато ну, так... было... Да, нет, в этом, если мы выбираем просто вау, тогда да. Я говорю про то, чтобы совпало все. 95 супер, но это не 100. Я все-таки сбалансировал каким-то образом справедливость. Это не на первое место. Зато есть голос заводного рок-н-ролльщика Алексея Глызина. Передайте микрофон. Еще раз добрый вечер. У нас сегодня сложная ситуация. Эрик, тебя спасает твоя молодость и задор. У тебя колоссальная энергия. Ты нас действительно зажег. Поэтому дерзай, пробуй, пытайся. У тебя получится. Спасибо еще раз. Спасибо. Ну что, голоса сами говорят за себя. 95 баллов. Что сказать? Мы приветствуем тебя в тройке лидеров. И, к сожалению, красавчик! Мы прощаемся. Санаид Адамян. Все точно получится. Знаете, что бы было, если бы мы с Сергеем стали? Что бы было? Он бы на первое место вышел. Следующего вокалиста добрали в финал 17-м, благодаря Сергею Лазареву. Это происходит уже второй сезон подряд и, похоже, становится традицией нашего конкурса. Посмотрим. На сцене Майкл Райс. У тебя нету валидол. Нету валидола, я не взяла. У меня тоже нет. Но это на самом деле такие эмоции, они никогда не забудутся. Привет, я Майкл Райс. Я безумно рад сегодня быть здесь. Рад сидеть в этом кресле и готовиться к финальному выступлению в самом крутом шоу в России. Перед первым своим выходом еще на прослушивании я очень нервничал, потому что тут, в России, в шоу принимает участие так много исполнителей из разных стран, и все с огромным опытом. Я в прошлый раз набрал 92 балла. И я уже думал, что поеду домой. А потом Сергей Лазарев мне сказал, что я тоже в финале. Это был просто взрыв мозга. У меня в животе полетели бабочки. И я подумал, о боже, я на самом деле прохожу в финал. Участник, потерять которого не хочется совершенно. И он достоин того, чтобы пройти в финал тоже. Майкл, мы ждем тебя в тройке лидера! Последние несколько дней я сильно переживал и волновался, потому что я правда хочу блестяще выступить в финале. И в конечном итоге я нашел песню, которая, я надеюсь, поможет мне в финале поднять всю сотню. Я не знаю, кто победит, но раньше мне везло. Надеюсь, повезет и в этот раз. Но эта корона может достаться кому угодно. Красавчик. Он такой чуть странный, но в хорошем смысле. Прикольный. Скромняга. Hello again. И снова привет. Я Майкл Райс. Я очень рад быть здесь в финале, и я надеюсь, что вам понравится моя песня. Он классный, он классный. Он в Евровидении участвовал в 2019 году тоже, в Великобритании. Я надеюсь, что английский будет хороший. Да. Не как у всех. Давай, Майкл. My heart, as it fell, you rose to claim.
Все хорошо. Серега, я не знаю, как ты, но мне кажется, у вас в сотне что-то сломалось. Майкл. Hello. Да, привет. Майкл, послушай, поверь мне, ты нам сегодня подарил потрясающее, бесплатное выступление. Пройдет немного времени, мы будем ездить за деньги на твои выступления. Oh, спасибо. Просто это мое мнение. Песня труднейшая, спета великолепно. Почему 69? Майкл, ну видишь, какая у нас суровая русская сотня, понимаешь, суровая. Я хочу тебе сказать огромное спасибо, что ты прилетел к нам, что ты порадовал нас всех своим голосом, невероятным голосом. Ты потрясающе им владеешь. Каждое твое выступление для меня это абсолютно желтая стена и кнопка. Я за тебя болел, за тебя переживал, и ты большой-большой умничка и молодец. Спасибо тебе. Сэм, почему? Почему? Спасибо огромное. Было чересчур много украшений. Я как будто слушал только ваши одни вокализы «Мелизма». Я не слышал песни, ее не было. Но для меня это было очень много. Уже второе выступление подряд. Вы делаете одно и то же, я не кайфую. Простите, пожалуйста. Yeah. Мне реально не понравилось. That's all right. That's fine. Все хорошо. Шер, Шер, ты стал одним из первых. Я самый первый стал. Ребят, я просто не то чтобы возмущен, я просто дико удивлен от того, что с нами произошло. И мы просто отправили в отставку таких потрясающих людей, в том числе Майкла. И причем с таким позорным счетом 69. Я прошу, Майкл, это не, к тебе не касается. Это показывает какое-то наше непонимание, что ли. Хотя бы 90. Это потрясающий 92. Вокалист, который спел на мировом уровне. Ребята, где ваши уши? Что мы делаем? Все, короче говоря, Майкл, thank you for coming to Russia. You are the best, best vocalist. Thank you. That means so much. Это для меня очень много значит. Thank you very much. Спасибо большое. Thank you. Спасибо. Влад. Я. Я. Я хочу сказать, как человек, который вырос и все детство провел в Англии, я хочу сказать, насколько эти люди качественно другие. Ну, как почему это сейчас они... неприятно я прозвучало знаю, для огромного знаю, количества телезрителей. А вот я имею право сказать. Ну вот он вышел лайтово, улыбается. И те ноты, где надо было высоко, он спел ниже. Он не стал показывать, что я могу туда! Он спел их ниже. Он спел классно, он спел стильно. Он не выделывался. Он классно прошел по сцене. Вот просто... Вот, вот у нас в стране таких нет, мы так не умеем, у нас нет этого в культуре. У нас своя хорошая, у нас русские народные песни, да, все хорошо. Но вот этого у нас нет, поэтому здесь люди этого не понимают. Просто потому что мы другие, не лучше, не хуже, мы просто другие. Но вот таких, как ты, сегодня не было и не будет. По качеству, по стилю, по... You have soul, you know? You just, it's just inside of you, it's perfect. It's just perfect. Thank you very thank much. You so честно, thank спасибо you. Большое. Thank you, Vlad. Thank you so no much. No problem. Окей. Okay. Я не буду всех спрашивать, кто знает английский. Сейчас все продемонстрируем немножко. Я... Уроки английский Илон Давыдовой, как это, экспресс-метод. Сережа, так вот с чего начался твой английский. С этих кассет. Надеюсь, что Майклу это сейчас не перевели. Майкл. Yes. Да. Ну, к нашему большому сожалению, к величайшему, реально. Ты не попадаешь в финал. Но ты попал в наши сердца. Реально. И мы желаем тебе настоящей мировой карьеры. Я просто хочу поблагодарить вас всех. Все участники совершенно невероятны. Спасибо, что дали мне шанс выступить в России. Браво, thank you, Майкл. Ну, вообще, вот шикарно видно, что человек пьет хорошие антидепрессанты. Вот понимаешь, выступил, и вот и все равно ему он получил удовольствие от себя, кайфанул. Вот поверьте мне, еще будем скачивать его песни. Ну что ж, впереди нас ждет выступление последнего финалиста третьего сезона. И он готов взорвать стену своим вокалом. Настроен только на победу. Но сначала давайте узнаем у лидеров, готовы ли они уступить свои места. Арпи. Ты там за 16 выступлений забыл еще, как петь? Нет, если честно, я в шоке. Мы сами в шоке. Ты первая исполнительница, которая села в самом начале и никуда не сдвинулась. Я не загадывала, честно. Не было такого за 3 сезона. Я не загадывала. Я просто открыла этот прекрасный финал и наслаждалась. И хочу закрыть его. Наслаждалась всеми, и я счастлива. Спасибо всем большое. Эрик.
Последнее выступление. Я очень волнуюсь. Будет, конечно же, обидно покинуть такой замечательный проект. Угу. В любом случае, желаю всем удачи. Это самое главное. София. Да. Как состояние? Ты отрепетировала песню для батла? Обязательно. Вы что? Но это будет джаз или нет? Еще как. А вот я вам не расскажу. А вот и правильно. Это от вас зависит уже. Это зависит от следующего участника, а не от меня. Сейчас на сцену выйдет вокалистка, у которой только одна цель. Спеть со всеми экспертами на стене. Встречайте. Последняя финалистка третьего сезона «Ну-ка, все вместе». Сюзанна Милконян! Последний участник, это, конечно, тяжело. Она, кстати, может вполне сдвинуть сейчас кого-то. Она мощная певица, очень, у нее очень сильный, ты глубокий помнишь, да? голос. Да. Она крутая просто. Здравствуйте, меня зовут Сюзанна Милконян, и я, наконец, в финале. Я очень-очень ждала этого момента. В отборочном туре, когда сперва я вышла на сцену, там были кое-какие комментарии от экспертов. И в этот момент как бы я растерялась внутри себя. Я прямо шаг назад сделала и медитировала на сцене, чтобы быть спокойной. Вот это мне очень помогло, очень. А когда я допела песню, сперва мне было непонятно, сколько баллов я набрала. А когда эксперты начали петь «О-о-о-о-о-о-о-о», вот реально я заплакала на сцене, потому что в этот момент я поняла, что не зря я так много старалась, как конкретно вокалистка. Просто браво, и этот результат абсолютно заслуженный сегодня. Спасибо. Через несколько минут уже выходить на сцену. Ужасное сердцебиение, потому что я уже знаю баллы всех участников. Закрываю эфир третьего сезона. Это на самом деле большая ответственность. Но при этом я настроена, опять-таки, очень-очень серьезно. Я буду до конца просто бороться за победу. Если я выиграю миллион, то я себе куплю квартиру. А она сегодня какая-то другая. Я ее не узнала. Ну, другой разговор уже смотрится. Добрый вечер, уважаемая сотня. Сегодня для вас споет моя душа. Очень волнуйся, не волнуйся. Пожалуйста, не плачь. Пой. Красиво, да, смотри как. There's so much life I've left to live, and this fire is burning still. When I would you look at me? Будет 100. Ой, хорошо. You can feel it.
Саша! 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 Гордиева, ну... Ну, она последняя, все, нет никого! Ну, нет никого больше, она последний участник! Здесь не было ни единой фальшивой ноты! Что здесь было не так? Простите меня за мои нервы, я не понимаю... Ребят, но... Хорошо, это мое личное мнение. Какое? Что громко это не значит хорошо. Мне громко? Больше понравились... Она пела, Саша! Ребята, уже ни на что это не влияет. Покажите нам эту цифру! Спасибо. Спасибо это огромное. Это 100! Просто знай, что это 100! Это 100! Это было самое уверенное выступление. Самое уверенное выступление финала. Я считаю, что здесь нечего обсуждать. Здесь все спето, здесь все сказано. Здесь разорваны наши души. Спасибо огромное. Я даже не хочу никого спрашивать. Я просто хочу попросить господина Гладкова снять шляпу. Сюзи, ты была бесподобной. Только рукоплескание и просто приглашение тебя на первое место в тройку лидеров. Спасибо. Можно только одно? Спой в батле еще круче. Да. Спасибо. Но, к сожалению, мы прощаемся с Эриком Паничем. Эрик, молодость forever, профессионализм победил. Название песни переводится как «Я сдаюсь», но это совершенно противоположно планам Сюзанны Мелконян. Она не собирается сдаваться, она, напротив, собирается выиграть кубок проекта и 1 000 000 рублей! Это «Ну-ка все вместе», и сейчас начинается самое интересное! Уважаемая сотня, дорогие зрители, настало время решающей дуэли. Результаты суперфиналистов обнуляются. Теперь каждый вокалист из тройки лидеров споет свою финальную песню. И тот, кто наберет больше всего экспертных голосов, победит. Результаты мы узнаем только после всех трех выступлений. Очень скоро кому-то из этих прекрасных исполнительниц достанется кубок проекта и 1 000 000 рублей! Остался последний рывок. И первый его совершит София. Сцена твоя. Очень волнительно, очень. София, я понимаю твое сейчас состояние. Ну, мы с тобой. Мы все с тобой. Удачи. Но даже то, что она в тройке лидеров, это уже круто. Ух ты! Блин, она нереальная.
это и есть твой путь. Путь возвращения в тройку лидеров. Благодарим тебя за это прекрасное выступление. Анжелика меня не простит, конечно, что я не встал на лидер. Ну, слушай, я тоже не встал. Настало время штурмовать стену. Участницы на втором месте. Арпи Абкарян. Давай, Арпи, давай. Арпи увидел вашу фактуру, вспомнил Монсеррат Кабалье. Как же вы хороши. Как вы прекрасны. Спасибо за такое сравнение. Да, радуйте нас. Спасибо большое, Николай. Дайте я вас благодарю. Ваши обнимашки – это благословение. Спасибо. Она сейчас бомбанет. Давай. Давай, жги! Она не подкачает. Посмотрим. Все пройдет, а ты останешься. И для этого есть миллион причин. Мне одной теперь не справиться. Ты мне необходим. Соединились наши орбиты. Мы видим мир, которого нет. Что к тебе тянет? Даже не смотри на стену. Смотри мне в глаза. Это было бесподобно. Реально бесподобно. Теперь возвращайся. Спасибо. На подиум. Передавай микрофон Сюзанне. Нас ждет последнее выступление сезона. Вы готовы? Соня! На сцене Сюзанна Мелконян. Пожалуйста. Какие у тебя руки холодные, да, я их согрею. Ой, спасибо. Я, не бойся, не добавлю дыханием фальшивых нот. Ну что ж, удачи. Спасибо. Давай, давай, все, все хорошо. Давай, моя просто хорошая. Сделай все, что ты можешь, все, что ты умеешь. Maybe I'm blind, thinking I can see through this, see what's behind. Could you matter prove this? Maybe I'm blind. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me.
Don't put your pain on me. Think you look in a mirror, how do you see? Look in a mirror, all do you see? What you believe? But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Давай. Спасибо. Спасибо. Сьюзи, спасибо. Ну что ж, прошу проходить тройку лидеров. Сотня, садитесь. Все три суперфиналиста выступили. Сейчас мы узнаем результаты участника, который набрал наименьшее количество голосов, а значит, занял третье место в финале нашего сезона. Третье место занимает... Арпи Абкарян. 72 голоса. Арпи, мы поздравляем тебя с этим прекрасным результатом. Вся сотня аплодирует тебе. Дорогая сотня, дорогие телезрители, вы хотите узнать имя победителя? Да! Я не слышу вас! Да! Мы вернемся к вам после рекламы. Сотня, вы хотите услышать имя победителя? Я приглашаю на сцену Сюзанну и Софию, а также лидера сотни Сергея Лазарева. Прежде чем мы объявим имя миллионера и победителя сезона в одном лице, я хочу поблагодарить всех наших экспертов за третий сезон. Ребята, вы были великолепны! Эти аплодисменты вам! Простите, что лидер не хлопает, он держит кубок. И я благодарю, конечно же, лидера сотни Сергея Лазарева. Ты был, есть и будешь на высоте, и твоя сотня с тобой парила в этом невероятном пространстве музыки. Поаплодируйте своему лидеру! Спасибо, Коля, спасибо, сотня. Друзья, это был блистательный сезон, правда. Мы были дружны, как никогда, с вами. И меня это очень радует. Я уже скучаю, заканчивается сезон, а я уже мыслями в четвертом сезоне. Дай бог он случится. Спасибо каждому из вас. Я вас очень люблю и благодарю вас. Посмотрите, какие у нас финалисты потрясающие. Это ваша работа и заслуга. Спасибо вам. И давайте от всей души поблагодарим Николая Баскова, нашего потрясающего ведущего. Коля, ты блистателен. Спасибо тебе за юмор, за эмоции и за то, что ты такой потрясающий. Ребята, только на вашей любви и энергии я справляюсь, правда. Вы мой наркотик. Наконец-то пришло время узнать, кого эксперты на стене выбрали победителем, а кого вице-чемпионом.
Я не знаю просто. Вы готовы? Покажите результаты! Сюзанна Вилганян становится победительницей сезона, третьего сезона «Ну-ка, все вместе!» и получает сертификат на 1 000 000 рублей! Спасибо огромное! Кубок твой, 1 000 000 твой! Любовь всей страны тоже твоя! Спасибо огромное! Я реально не знаю, что мне сказать. Впервые в жизни. Я очень благодарю. Будь счастлива, долгого тебе творческого пути. У тебя потрясающий голос, у вас потрясающие голоса. Вы действительно достойны обе победы. И самое главное, заметьте, разрыв был очень маленький. Очень. Вы просто наслаждение. И мы горды, что у нас такие победительницы. Эти аплодисменты и вице-чемпионки тоже. От нашего информационного партнера, радиостанции «Новое радио», победителя награждает ведущий эфира Кирилл Калинин. Сегодня, конечно, был крышесносный финал. От радиостанции «Новое радио» мы дарим победительнице сертификат на создание оригинального сингла и его ротацию в эфире «Нового радио». Слава богу, что у нас будет еще больше таких талантливых людей на нашей эстраде. Этот сертификат твой. Поздравляю. Спасибо. Давайте Арби тоже поаплодируем. Конечно, все вместе. Это общий праздник. Вы все заслужили громких оваций и аплодисментов. Сотни еще раз аплодисменты всем участникам и нашим суперфиналистам. Ну что ж, сотни, сейчас вам придется очень долго аплодировать. Я приглашаю на сцену всех финалистов нашего шоу третьего сезона. Ну-ка, все вместе давайте их поприветствуем. Спасибо за блистательный третий сезон. Всем участникам, всем нашим телезрителям, мы счастливы, потому что вы поете вместе с нами. Давайте еще раз споем финальный гимн нашего проекта. Ну-ка, все вместе!